Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Танка копия вышла, пока видно только веревки на руках и ногах. Хорошо. Защищаемый физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Кристину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Кристины поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Кристину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она как будто бредит. Что-нибудь кроме веревок еще видно? Как будто облеплена чем-то. Хорошо. Сканер. Скользким. Да, скользким. Хорошо. Сначала сила моего намерения, разрезая веревки на руках и ногах. 1, 2, 3. Все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы к этим веревкам выходят из ее биополя. Как все выйдет, сила моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. Даю команду сканеру. Сканер, просканируй сейчас Кристину, выведи все, чем она облеплена, вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Все это выходит, формируется в шар. И как выходит, сила моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Это какая-то желтая липкая оболочка. Желтая оболочка. Клетки. Отлично. Хорошо, Кристина, вы меня слышите? Она стряхивает с рук себя. Фу. Слышит, да. Хорошо. Нам нужно ваше разрешение на диагностику и чистку. Вы его даете? Да, дает. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Кристины под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Кристины. Находит все. Неарахноид вышел. Без к веревкам. Лизард. Его оболочка. Да. Инкуб. Гуманоид. Откуда у нас гуманоид? Орион. Орион. Хорошо. Орион. Сколько ты находился в этом биополе? 13 лет. Сколько находился инкуб в этом биополе? 2 года. Сколько находился арахноид в этом биополе? 4. Сколько находился лизард в этом биополе? 8. 8 что? Лет. Хорошо. Какой у нас бес? 8. 8. Сколько ты находился в биополе бес? 3 года. Кто из вас присутствует в квартире, в доме, где живет Кристина? Бес присутствует. Еще кто? Арахноид? Сейчас арахноид присутствует. Все. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Кристины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Выстраивая также прямые каналы к веревкам и к этой желтой оболочке лизарда. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Кристине. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Сканер пока идет реверс, даю тебе команду просканируй на чистоте гуманоида Кристину. Отключи эту конструкцию, которую он установил, выведи ее вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. И как все это выйдет, оно зависает перед Кристиной. У меня копчик, спина. Копчик и спина. Штырь. Штырь. Гуманоид, а кто тебе давал разрешение вставлять штырь ей в позвоночник и в копчик? Нет, разрешение, он говорит, что это обычная практика. Обычная практика в моей комнате диагностики такая. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Вот, гуманоид, вот обычная практика. Сегодня ты в конце сеанса получишь это, если Кристина скажет, отдай это гуманоиду. И с этим шаром я тебя отправлю на твою чистоту. Посмотрим, что долетит. Обычная практика. Выстраивай, отправляй этот штырь в клетку-тюрьму, выстраивая прямой канал от Кристины. И Кристина реверсом отдает всю эту боль, которую она получила, все негативное, патогенное от этого штыря, все пошло назад. Усилию потоки в 50 раз. Шар входит в меня живой плазмой. Сканер, пока идет реверс, просканируй полноту души Кристины на настоящий момент. 97%. 97%. Посмотрим, от кого 3% еще придут.
Реверс закончился. Устанавливая фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса, Кристина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. А обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли возвращает Кристина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И штыря возвращается. Хорошо, Кристина, вы видите эту ситуацию, которая сейчас происходит? Я хочу вас спросить. Не хотите ли вы отдать гуманоиду всю эту боль, которую в течение последних 13 лет он доставлял вам со своим штырем и своим присутствием? Отлично, мы дойдем до этого момента. Гуманоид получит незабываемые впечатления сегодня. Обычная практика. Я вернулась 3% души с этого штыря. Хорошо, сейчас 100% сканер просканируй. Да, 100%. Отлично, хорошо. Так, мы все забрали. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с инкуба. Инкуб, выходи, отключайся полностью, ничего не забывай. Возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Проверка для всех, говорю, будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он по каналам просто сгорит в этой комнате диагностики. Все. Это такое случалось уже несколько раз. Приступай. Снял все. Арахноид, выходи, снимай всю свою паутину, вытаскивай все свои иголки, жидкость, ничего не забывая, возвращайся назад, докладывай готовности к проверке, приступай. Лоб, виски снимает с головы, иголки мохнатые вытаскивай. Мохнатые, но это должно быть очень серьезное уже воздействие. Как оно ощущало твое присутствие, арахноид? Черепное давление, внутричерепное, инкуб, как в тисках голова. Понятно, хорошо. Инкуба, как твое присутствие ощущала Кристина? Она ночью просыпалась, не могла спать. Он ее как резал. Резал? Но да, она и такие зигзаги делает от горла и вниз. Что, еще один самурай? Страшно ей. Беспокойство, страх. Она просыпалась ночью часто от этого. Теперь мы знаем и эту причину. Арахноид все снял? Да. Лизард, ты 8 лет находился в этом биополе. Сердечная чакра? Сердечное и горло. Как ты ей доставлял, какой дискомфорт? Как это все отражалось в твоем присутствии? И пока ты размышляешь, выходи, вытаскивай все, что я оставил свое гнездо из сердечной чакры, и рассказывай, я тебя слушаю. Перепады настроения, переживания, все, что касается чувств в сердечной чакре. Все это он усиливал, усугублял, и он покрывал ее вот этой липкой, желтой коркой, чтобы никуда не уходило это все. То есть она практически запечатала, чтобы она ничего не могла, так сказать, все, что... Чтобы она была в этом состоянии. В этом состоянии. Это 8 лет последние. Хорошо, Кристина, теперь об этом знать. Свежего воздуха не хватало, потому что он не проходил через нее свежей энергии. Скажи, Лизард, у нее были вообще шансы избавиться от тебя самой? Или ты ей вообще никакого шанса не оставил? Ему помогал Нижний Бес, помогал ему. Не специально, он помогал. Хорошо, к бесу мы еще не дошли. Он все вытащил? Да, он все снял. Хорошо. Итак, бес, что ты оставил в этом биополе, кроме этих веревок? Ничего больше. Никаких твоих подключек нет? Веревки были толстые. Чем объяснить твое присутствие 3 года в ее биополе? Как чем? Вкусно здесь винит себя. Угождает. Объясни мне насчет этой вины, откуда она берется? Это ее или это ей навязанное? Ее. Усугубленная Лизардом. И я дергаю за веревки, подкидывая выход в виде алкоголя. Ах, вот, это ты наливаешь ей, да? Я ей показываю выход. Выход, понятно. Измененное состояние. В котором включаются сразу все интерференты вместе. А винит она себя за то, что душу довела до такого. Ну, так она всегда может это исправить. Когда человек осознает какую-то проблему, это уже полдела. Осталось просто ее не повторять, не наступать на те же грабли. Хорошо, бес, выходи. А, выходить тебе не надо, ты все снял. Скажи мне, есть лярва в ее биополе? Вернее, где они находятся? С таким воздействием они должны быть. Там и находятся, между горлом и сердцем на груди. Сзади на спине есть лярва. Где именно на спине? Там, где копчик? Выше чуть-чуть. Чуть выше. Хорошо, хочешь получить эти лярвы? Хочу. Выходи, забирай все, ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай.
Готово. Хорошо, Бес, меня интересует информация, которая может ей помочь, для того, чтобы она, так сказать, не повторяла тех ошибок. С тобой я еще сегодня буду работать в доме. Ты мне покажешь все порталы после того, как ты все соберешь в этом доме. Я закрою эти порталы. После этого, если хочешь, я могу тебе собрать весь негатив в этом доме и отдать тебе в дорогу, перед тем, как отпущу. Хочу. Хорошо, на этом мы договорились. Идем дальше. Переходим, все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Кристины с бесом, его веревками, лизардом, его желтой оболочкой, арахноидом, инкубом, гуманоидом и его штырем. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Кристине. Этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкоэбрационное, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3, свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю и даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Кристине, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы. На счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают все каналы. Все отлетели, Вера? Да, все отлетели. Открываю воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Все проверку прошли. Значит, тогда начинаю отпускать. Инкуб, ты больше в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Да, понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Арахноид, мы с тобой встретимся сейчас в доме чуть попозже. Я сейчас открою портал. Ты пойдешь через этот портал в дом, соберешь все, что ты оставил, если есть потомство, собирая все свое потомство, чтобы твоих следов там не было. Я приду, проверю, отпускаю тебя на твою чистоту в первый раз. Тебе это понятно? Понятно. Открывается портал в дом Кристина 1, 2, 3. И Кристина, и арахноид уходит в этот портал, дожидается нас там. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, Лизард, ты больше в это биополе не придешь. Все понятно? Все понятно, да. Хорошо, под его желтой оболочкой открывается воронка в галактическое ядро. Она уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Открывая портал на частоте Лизарда. И Лизард уходит в этот портал на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, Бес, у меня еще остался эмоциональный фантом. Если ты мне расскажешь по частотам, которые я сейчас буду перечислять, что является основной причиной, из чего все вытекает, то после этого, то я тебе отдам этот фантом. Устраивает? Устраивает. Выходит эмоциональный фантом Кристины, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкоэбрационную эмоциональную энергию, эмоциональную ересь сгенерированная, проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Фантом вышел тяжелый. Тяжелый. Хорошо, Кристина, эти энергии вы сами сгенерировали, здесь вам уже никто не мешал. Вы готовы расстаться с этим тяжелым грузом? Да, готова. Сворачиваете энергии в шар, бес забираешь? Конечно. Отправляю бесу и слушаю тебя. А что тут у нас? Изолированность, нервозность, дезориентация. Надоело ей все. Переживает она. Глубоко внутри понимает, что много неправильного сделала по отношению к своей душе. Ну, так можно исправить, хорошо. Еще есть что добавить или все? Можно, но мы делаем свое дело, дергая за веревочки. Ты приходишь на свою чистоту, поэтому должно быть у нее намерение, должно быть желание противостоять этому воздействию. Это значит контроль своих эмоций, не поддаваться на эти, не переживать эти эмоции, не поддаваться на эти провокации. Хорошо, бес, тут все понятно, ты получил, да, слушай. Что хочу сказать-то этим? Да. Интуиция у нее хорошо работает, потому и чувство вины по отношению к душе. Интуитивно понимает, что где-то запуталась. Конечно, не знала про нас. Хорошо, бес. Я все понял. Хорошо, тогда буду я открывать сейчас портал в дом. Там черт есть еще? Есть. Он собаку мучил? Есть у него там. Хорошо, значит, черт ничего не получит. Я ему не отдам этот негатив, который соберу, отдам его весь тебе. Устраивает? Устраивает.
Хорошо, открывается портал сейчас в дом Кристины. 1, 2, 3. И бес забирает все, что принес. Веревки остаются на месте и уходит в этот портал, в дом, собирает все, что там оставил. Дожидается нас. Закрываю, печатаю, растворяю. Под веревками открываю воронку в галактическое ядро. Веревки уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Кристина, мы дошли до этого момента. 13 лет боли, позвоночник, копчик, штырь. Вы сказали, вы хотите вернуть всю эту боль тому, кто вам ее причинил. Вы подтверждаете? Да. Хорошо. Силой моего намерения этот штырь вставляется в то же самое место, как стоял у Кристины. 1, 2, 3. Штырь стоит. Выстраиваю прямой канал от Кристины к гуманоиду, этому штырю. И на счет 3 силой намерения Кристина отдает всю свою боль, которую она 13 лет получала от гуманоида и этой подключки. 1, 2, 3. Мощнейший поток пошел в течение 1 минуты. Возвращается вся боль, которую получила Кристина. Гуманоид переживает все эти ее страдания на своих тонких телах. Пошел процесс. На него волны красной боли пошли в области спины, потому что боль уже эту Кристина отдала, когда мы реверс сделали в этот штырь. От штыря сейчас к нему пошло. Да, он же внутри стоит. И там есть, на этом штыре есть место на позвоночнике, откуда вот эта боль вся растекается вниз и вверх. Конечно. Это точка. Вот так оно все сейчас и происходит. Называется закон кармы в действии. Обычная красный практика. Красный весь стоит, лопнет, трясет его. Останавливаю этот процесс. Хорошо. Кристина, этого достаточно, я думаю. Вы довольны? Да. Хорошо. Сила моего намерения, эти каналы сжигаются. 1, 2, 3. Открывая портал в галактическое ядро, эти каналы улетают на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. И я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. У нас здесь гуманоид Цариона. 13 лет. Вставил штырь в позвоночник и копчик клиенту. 13 лет она испытывала сильнейшие боли. По ее желанию мы сделали откат этой боли. Этот штырь вернули назад. Он испытал на себе то, что она чувствовала сейчас. Все находится здесь. Заберем. Проверим. Благодарю тебя. Забрали, готово. Она говорит, что он так волнуется. Волнуется, это переживание испытывала женщина, которую мы сейчас чистим. И вот это волнение он получил, так сказать, 13 лет она получала. Я считаю, это вполне легитимно и справедливо. Благодарю тебя. Мы вовремя еще остановили. Клетка пустая, Вера? Инкуб. Инкуб. Притаился. Я разве его не отпускал? Хорошо, инкуб. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Все, получил шок в своей жизни. Хорошо. Если ничего нет, поехали дальше. Поехали по частотам. Хорошо, Кристина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Умиротворенно. Замечательно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Наш администратор перешлет вам рекомендации после сеанса, перешлет также текст манифеста. Вы должны каждый день сбрасывать весь негатив, который вы чувствуете. Это мы делали, когда включали внутренний белый свет в сеансе, выдавливая этот шар. Вы должны это все визуализировать, как этот шар выходит. Видите вы его или не видите, но представление должно у вас быть. Потом, после этого, как он вышел, открываете воронку в галактическое ядро, сбрасываете этот шар. Это в конце дня. Утром вы заправляетесь энергиями 340% и 24 Гц. Поднимаете вибрации, как я показал в этом сеансе. И вам достаточно энергии будет на весь день. У вас будет хорошее настроение. И вы будете защищены. Точно так же продолжаете практиковать Меркабу. Она помогает вам в вашей защите. Хорошо. Я закончил. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Кристины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга.
проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.